привет! На этот раз мы решили прогуляться по улице, которой нет ни на одной карте города. Но при этом это не какая-то маленькая, никому неизвестная улица, а это огромный проспект, которым жители города пользуются вот уже 300 лет. Это Староневский проспект. Мы, правда, разобьем наше видео на две части. Сегодня пройдемся по Лавре, посмотрим ее кладбище, также вокруг Лавры немножечко, на площадь Александра Невского. Ну, а в следующий раз уже пойдем по Староневскому и дойдем даже до площади Восстания. Поговорим мы о любви, о ненависти, о смерти и о рождении новой жизни. И также о тех событиях, которые предшествовали, скажем так, появлению Санкт-Петербурга. Причем эти события происходили аж в 13 веке на этих территориях. Ну, как-то вот принято было всегда считать, что Петербург появился вот на пустом месте, среди болот и лесов, ничего не было, и вот новая столица России вдруг внезапно возникла. Это, конечно же, не совсем так. Здесь жили люди, это были в основном и финны, и новгородцы, это были их территории новгородские. Ну и наши северные соседи, шведы, они периодически пытались сюда прийти и здесь обосноваться. И регулярно, на самом деле, новгородцы давали им отпор. И летописи буквально пестрят сообщениями о таких небольших боестолкновениях. И одно из них произошло в 1240 году, 15 июля. Небольшой отряд шведов во главе с зятем шведского короля Ярлом Бергером. Ярл – это титул. Так вот, небольшой отряд шведов высадился на берегу реки Невы, в том месте, где в нее впадает река Ижора. И попытались там обосноваться, разбили лагерь и, скорее всего, хотели даже построить свою крепость. Но об этом стало известно новгородцам. У них здесь был свой дозорный, Пелгусий, он им сообщил. И отряд новгородцев во главе с Александром Ярославичем, князем Александром Ярославичем, это будущий наш Александр Невский, пришли туда и разбили шведов. Произошла битва, которая вошла в историю как одна из известнейших битв нашей истории. Хотя на самом деле это было, как я сказала, одно из небольших столкновений. Были и более крупные даже, кстати говоря, в 1301 году. Вот здесь вот у нас там вот Нева и чуть-чуть подальше. У нас несколько лет тому назад компания «Газпром» планировала построить на Охтинском мысу Охта-центр, огромную башню. Так вот, на этом месте когда-то в 1300 году шведы построили свою крепость. Она просуществовала целый год. И уже только через год наши ее разрушили. И как раз это был сын Александра Невского, кстати, Андрей Городецкий, Андрей Александрович. И, например, ну, какие-то битвы могут там, за границей, где-нибудь, может быть, у шведов войти в историю и быть более знаменитыми. У нас другие, да, то есть, ну, это вот, может быть, личное восприятие. Но Александр Невский считается одним из величайших наших полководцев. Так вот, это было в 13 веке, а уже позже, в 1700 году, Петр I начал Северную войну, войну со Швецией за отвоевание этих земель, поскольку у России не было выхода к морю. И он построил Петропавловскую крепость, Адмиралтейство. И после того, как прошла и Полтавская битва, и был взят Выборг в 1710 году, Петр понял, что эти земли, скорее всего, будут нашими. Мирный договор со шведами, нештатский мир, был заключен только в 1721 году, то есть это спустя еще 11 лет. Но в тот момент, как я сказала, Петр понимал, что все-таки это все останется за нами. И можно строить не только крепости, но и все-таки какие-то дворцы, и можно даже построить монастырь. Тем более, что, еще раз повторюсь, мир со шведами 721 год, а город наш, Петербург, был основан в 1703. То есть юридически он был основан на шведских землях. Это беспрецедентный такой случай в истории. И поэтому Петр хотел вот эту вещь как раз-таки показать. Что он хотел показать, что эти земли, они всегда были нашими, русскими. То есть вот всегда новгородцы здесь как раз хозяйничали. И мой предок, ну, условно, конечно, предок, Александр Невский, воевал здесь со шведами на Неве. Я тоже здесь воюю здесь со шведами на Неве, то есть все в порядке. Это был такой знак им
иностранцам, Европе в том числе, потому что, ну, представляете себе, что в наше время творится, все ругаются, вот Россия там что-то не то делает, допустим. Тогда, конечно, не было ни телевизора, ни интернета, но тем не менее, представляете, огромная Россия напала на маленькую Швецию, и все были возмущены. Ну, в том числе Петр I при помощи скульптур, например, в том же Петергофе, в Летнем саду, вот он как раз и пытался все это какими-то аллегориями показывать. Вот как раз с этой целью именно здесь, на этом месте, он и основал монастырь. И чуть попозже, уже незадолго до своей смерти, в 1724 году, он сюда перенес мощи Александра Невского из Владимира. Мощи Александра Невского у нас находятся вот в том храме, его отсюда не очень видно, это Троицкий собор. Это самый главный здесь собор. Вообще лавра официально называется Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Статус лавры она получила тоже не сразу, это было уже при Павле I. Так вот, Петр перенес сюда мощь для того, чтобы дать городу небесного защитника, небесного покровителя. Но Троицкий собор, он был построен уже позже, в конце 18 века, потому что с его строительством были проблемы. Вот самый первый, например, план предполагал, что собор будет стоять красиво. Его проект составил Доминико Трезини, наш самый первый архитектор. Он был итальянцем, поэтому так вот все по-итальянски красиво себе представлял. И вход в храм должен был быть со стороны Невы. А на Неву храм выходил своей восточной частью. Вы понимаете, что по православным обычаям на востоке должен быть алтарь, и вход и алтарь сделать в одном месте невозможно. Поэтому затянулось строительство, и вот только к концу 18 века храм был построен. А вот эта вот церковь у нас, Благовещенская, она как раз с Петровской эпохи, по ней видно, она построена в стиле петровского барокко. Это как раз вот один из первых наших стилей архитектурных. И здесь, в этой церкви, можно увидеть все черты петровского барокко. Это, во-первых, яркий цвет здания. При Петре обязательно нужно было красить здание в яркие цвета. Был закон, запрещающий красить здание в серый цвет. У нас серые дома, такие красивые, кстати, достаточно, серые, гранитом покрытые. Они появились уже в начале 20 века. А при Петре все домики были яркие, потому что до основания Петербурга царь был в Голландии, и он заметил сходство Нидерландов с нашими вот этими тоже лежащими в низине землями, и поэтому некоторые архитектурные принципы он решил задействовать. Да, во-первых, вот яркие здания и какие-то различные башенки. Вот здесь вот купол этой церкви очень красиво напоминает не купол именно храма, вот особенно если брать православные наши храмы, а какую-то такую европейскую башенку. Также белые детали членят здание на какие-то квадраты, и можете обратить внимание на окна, потому что они очень необычные для нас с вами, они состоят из маленьких квадратиков. Называется это мелкая растекловка окон, и связано было с тем, что просто-напросто при Петре и при Елизавете, в том числе, то есть в первой половине 18 века, не умели дувать больших стекол, поэтому из маленьких стеклышек составляли окна. Здесь, в этой церкви, у нас похоронены очень многие люди известные, и в том числе достаточно большое количество членов императорской семьи. Императоров самих хоронили в Петропавловском соборе, в Петропавловской крепости, того же Петра, например, его жену Екатерину II и всех остальных. А вот родственников их хоронили здесь. Например, здесь похоронена младшая сестра Петра I, Наталья Алексеевна, любимая его сестра, его малолетний сын Петр Петрович. У него была домашняя такая кличка, прозвище «Шишечка». И на этого Шишечку Петр возлагал все свои надежды. У него был, помните, старший сын Алексей, который не оправдал надежд отца, но был также ребенок от Екатерины. И когда Алексей был в Петропавловской крепости, сидел, Петр понимал, что у него есть еще другой наследник. Но, к сожалению, в возрасте 4 лет этот Шишечка скончался, поэтому тоже был похоронен здесь. Также здесь лежит Анна Леопольдовна, регенша при своем малолетнем сыне Иване VI Антоновиче, дочь
Александра I, Елизавета здесь похоронена. Первая супруга Павла I, Наталья Алексеевна, потому что Мария Федоровна была уже второй его супругой. И очень много других как раз вот родственников императорских. Но не только монарших особ здесь хоронили, но и в том числе, можно сказать, простых граждан. Ну, как простых. Павел Ягужинский, допустим, здесь похоронен. Иван Лазарев, тот, благодаря которому Россия приобрела алмаз Орлов, знаменитый. Безбородко, граф Безбородко и многие-многие другие. И в том числе здесь у нас похоронен наш знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов, у которого на могильной плите всего три слова. Здесь лежит Суворов. Очень короткая и гениальная по-суворовски эпитафия. Говорят, что ее придумал сам Суворов, а может быть Державин. Но в любом случае она вот именно как-то ему подходит, без титулов. Просто ясно. Суворов, который не проиграл за свое жизнь сражение, его, естественно, очень любили, почитали, уважали люди. При том, что когда он умер, официальные власти не устроили каких-либо вот торжественных похорон генералиссимусу, но простые люди пришли проститься с ним. И как вспоминал, например, совсем молодой Греч еще, на улицах было полно людей, они все были запружены людьми. Очень много было людей, не пройти буквально. И сохранились такие анекдоты исторические про Суворова. Например, много на эту тему различных вариаций, но общая тема в том, что, например, когда Суворова принесли сюда, вот колесницу с его телом, колесница была очень большая, был очень высокий балдахин. И очень многие подумали, что он даже не войдет в ворота Лавры. На что гренадеры крикнули: «Наш Суворов везде пройдет». И вот тело его все-таки пронесли сюда, в Лавру. Но здесь, на территории Александра Невской лавры, не только у нас похоронен, например, Александр Невский, Александр Суворов, здесь еще 4 отдельных кладбища. Когда вы входите на территорию Лавры, здесь вот справа-слева тянутся такие две стены. С одной стороны у нас Лазаревское кладбище, это кладбище 18 века, а с другой стороны Тихвинское, это уже некрополь мастеров искусств, так называемое кладбище 19 века. Вход на них платный и стоит вот на данный момент, например, 150 рублей на одно из кладбищ. Сюда, кстати, в Благовещенскую усыпальницу тоже вход 150 рублей. То есть вот покупается на каждое отдельное кладбище билет. Лазаревское кладбище – это старейшее кладбище в нашем городе. Оно появилось одновременно с самим монастырем. И здесь были захоронены многие выдающиеся личности. То есть это было привилегированное кладбище. Например, здесь захоронен Михаил Васильевич Ломоносов. Он умер в 53 года. Да, вот от воспаления легких, и был похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. То есть вроде бы с одной стороны все логично, но с другой стороны приходится уточнять, потому что здесь в Лавре в 30-е годы прошлого века, 20 века, здесь проходила реконструкция, создавался музей городской скульптуры, некрополь он тогда назывался, музей «Некрополь». И, соответственно, сюда переносились надгробия со многих других кладбищ. У нас в городе много людей живет, так же, как вот по всему миру. Люди рождаются, умирают, все больше и больше хоронят. То есть есть старые могилы, за которыми никто не ухаживает. Да, и поэтому в 30-е годы тогда решили как раз, вот, что называется, почистить кладбище, убрать старые могилы и перенести сюда художественно ценные надгробия. То есть если встречалась при этом могила какого-то известного человека, то бывало так, что она тоже уничтожалась, а сюда только надгробия привозили. И, к сожалению, часто здесь не показано, где именно надгробие, а где так называемый кинотаф. То есть есть памятник, но под ним ничего нет. Ну, здесь, например, есть замечательное надгробие Рейсигу. Рейсиг – это был такой майор лейб-гвардии Семеновского полка при Николае I. И как-то раз на службе в Зимнем дворце он умудрился уснуть.
К нему подошел Николай I, дотронулся до плеча. Тот проснулся, царя увидел и умер от разрыва сердца. И таким образом он вошел как раз в петербургский фольклор. И мы не знаем на самом деле, от чего именно он умер, как это было, но во всяком случае скульптор на его надгробии изобразил Рейсига как бы спящим на своей кокарде. Это надгробие просто красиво. Его сюда перенесли с Волковского кладбища, где и был захоронен сам Рейсиг. Здесь же у нас находится надгробие, вроде бы даже и прах Эйлера. Эйлер был похоронен на Смоленском кладбище, на Лютеранском, а потом уже вот как раз его прах перенесли сюда вместе с надгробием. Ну, насколько я понимаю, именно и то, и другое. Эйлер – это известный математик, он работал у нас в Академии наук. Это самый плодовитый ученый в нашем городе. За всю свою жизнь он написал порядка 850 работ, даже больше. И от напряжения, от того, что он очень много работал, у него даже вытек правый глаз. Потому что однажды Академии наук дали выполнить вычисления. И Академия наук потребовала себе несколько месяцев на то, чтобы их выполнить. А Эйлер согласился это все сделать за 3 дня. Он выполнил эту работу, но из-за напряжения именно он заболел горячкой. И вот как раз во время этой горячки у него и вытек правый глаз. Затем он уехал в Пруссию, 25 лет провел в Пруссии, а потом опять вернулся в Россию. Россию он очень любил. И здесь у него на втором уже глазе появилась катаракта, которую вылечили в какой-то момент, но потом он все равно потерял зрение. То есть я напомню, что Эйлер был ученым, и, конечно, такой орган, как глаза, зрение, ученым очень нужны, но вот он их лишился, но все равно при этом не переставал работать. Но я думаю, догадываетесь, как можно все-таки начитывать кому-либо. Вот так вот он и работал. Здесь же у нас похоронена, похоронена жена Пушкина, Наталья Николаевна. Здесь она, правда, если будете ее искать на Лазаревском кладбище, она лежит здесь под своей последней фамилией Ланская. Александр Сергеевич Пушкин похоронен аккуратно. Александр Сергеевич Пушкин был похоронен в своем родовом имении в Михайловском. Она, поскольку через 7 лет после его смерти еще раз вышла замуж, вот она была похоронена здесь, Наталья Николаевна Ланская. То есть не Пушкина, не Гончарова, как мы ее помним, а Ланская. Здесь же у нас есть также памятник замечательному инженеру Бетанкуру. Он основал в Петербурге Институт путей сообщения. И именно он создал леса и механизмы, те самые леса и механизмы, с помощью которых поднимали колонны Исаакиевского собора. И поднимали в том числе Александровскую колонну. Я напомню, что Александровская колонна была установлена по проекту архитектора Монферрана в 1832 году. К этому моменту, конечно же, уже не было Бетанкура в живых. Он умер гораздо раньше, в 1824 году. Но именно он разработал, как я сказала, вот эти леса и механизмы для поднятия колонн Исаакиевского. А Александровская колонна, она была таким же образом поставлена, установлена, то есть по... Монферран является архитектором и Исаакиевского собора, и Александровской колонны, поэтому то есть он воспользовался той же самой системой. Но очень многие удивляются, как так могло быть, что Бетанкур что-либо сделал после смерти. На самом деле такое бывало достаточно часто. Вот у нас памятник Бетанкуру. Он был похоронен на Смоленском кладбище, рядом с могилой своей дочери. И уже в конце 70-х годов вот эту вот колонну, вот этот памятник перенесли сюда, а принесли только памятник. Соответственно, надгробие
могилы дочери тоже были утрачены. Тихвинское кладбище было открыто уже в 19 веке, когда было переполнено Лазаревское кладбище. И я уже вам говорила о том, что в 20 веке здесь проходила программа уплотнения, так сказать. Пытались навести порядок, да? То есть уничтожены при этом были очень, ну, немногие, но некоторые захоронения, которые были здесь изначально, и с других кладбищ свезли сюда различные какие-то другие памятники. Навели порядок абсолютный. Вот если посмотреть, ну, допустим, там у нас и скульпторы похоронены, актеры, писатели, например, здесь художники, вот здесь вот в этой части музыканты, то есть всех рассортировали как-то по категориям. Но вы понимаете, что когда наводишь, допустим, дома порядок, чтобы было красиво и хорошо, приходится чем-то пожертвовать, что-то просто выкинуть. Поэтому, как говорят, была реконструкция, и вот эту вот стену отодвинули сюда ближе, сделали больше площадь, и при этом надгробие переместили, а реальные захоронения остались там, за этой стеной. И, как говорят, в реальности Мусоргский похоронен не здесь, вот под этим надгробием, а его закатали асфальтом, и над ним сейчас находится автобусная остановка. Вот под этой самой автобусной остановкой лежит тело Мусоргского. То же самое с Балакиревым и Бородиным. Хотя неувязочка – это стена Лазаревского кладбища. Здесь еще один хотела бы памятник показать тоже. У нас, раз уж мы говорим о музыкантах, памятник Чайковскому. Соответственно, в 1904 году здесь, возле этого памятника, состоялось свидание трех эсеров-боевиков – Сазонова, Покатилова и Швейцера. Они обсуждали готовящееся тогда убийство Плеве, министра внутренних дел. И их даже чуть было не спалили. Они уже думали, что идут к ним спросить, что они здесь делают и так далее. Но им тогда повезло. Хотя Покатилову так и не удалось поучаствовать в убийстве Плеве. Но мы к этому еще вернемся. А сейчас мы пройдем как раз туда, где у нас похоронены наши скульпторы. У нас на канале есть видео про обводный канал. Как раз здесь рядом начинается за Лаврой. И там я рассказывала историю о том, как скульптору Демуту Малиновскому, который при жизни изготовил быков, ему приснился сон, что эти быки к нему пришли. И этот сон воплотился уже потом, спустя, ну, фактически 100 лет, уже в 20 веке, в годы Великой Отечественной войны, когда этих быков перенесли сюда, к его могиле. Вот как раз могила Демута Малиновского. И, кстати, я напомню, что Демут Малиновский, он в том числе является одним из авторов «Колесницы Победы» на Дворцовой площади. Вместе с Пименовым он делал, то есть вот у нас как раз здесь надгробие Пименова, и рядом также могила Орловского, скульптора Орловского. Он был автором «Ангела» на Дворцовой площади, а также Кутузова и Барклая де Толли возле Казанского собора. То есть, ну, вот здесь они все рядом как раз и находятся. Ну и последняя могила, которую мы на этом кладбище посмотрим, это могила Достоевского, который был похоронен именно здесь, на Тихвинском кладбище, изначально. С историей его похорон очень связана интересная такая история, потому что его вообще хотели похоронить на очень престижном нашем Новодевичьем кладбище возле Московских ворот. Но это кладбище оказалось слишком дорогим, потому что у семьи Достоевских денег было немного, и тогда Александра Невская Лавра предложила Анне Григорьевне, супруге Достоевского, похоронить его на своей территории. Информацию об этом Анне Григорьевне, кстати, передал житель Староневского проспекта Виссарион Виссарионович Комаров. Это журналист был. И вот Лавра через него сообщила вот эту весть Достоевской. И они решили, что для них это будет большой честью, потому что Достоевский – это великий русский писатель. Я думаю, что они не прогадали с этим. А я еще раз повторю, что Тихвинское и Лазаревское кладбище платные, а на территории Лавры есть еще целых два бесплатных кладбища. Это Никольское, где захоронены Лев Гумилев и Анатолий Собчак, а также так называемое Казачье кладбище, которое сейчас вновь называется Казачьим. Казачьим оно называлось изначально, но многие его запомнили как коммунистическую площадку. Основано оно было в 1917 году на месте бывшего сада. И вот появилось первое захоронение казаков, которые погибли во время
разгона большевистской демонстрации в июле 1917 года. Ну а затем в 20-е, в 40-е годы здесь стали хоронить каких-то, может быть, выдающихся революционеров, большевиков, участников кронштадтского мятежа, может быть, каких-то просто выдающихся деятелей. Допустим, здесь был захоронен Зубков, начальник строительства метрополитена, Нефедов, начальник дороги жизни, выдающиеся доктора, например, такие как Ивашенцев, доктор, глава Боткинской больницы. Он очень много сделал для Боткинской больницы, которая, кстати, здесь расположена рядом. И, к сожалению, погиб во время автокатастрофы. Его сбил автомобиль. Но в его честь названа одна из улиц этого района. И здесь же похоронен хирург Федоров, который прославился не только в советское время, но еще до революции, потому что он был лейб-хирургом Николая II и следил за здоровьем царевича Алексея. И он же в 1915 году осматривал Анну Вырубову, которая попала в катастрофу на поезде. И после ее осмотра он, в числе прочих выводов, сказал о том, что она, оказывается, была девственницей на фоне того, что многие приписывали ей связь с Распутиным. Тогда это было настоящей сенсацией, а в наше время достаточно удивительно то, что он тоже похоронен на этом кладбище. За кладбищем находится у нас митрополитчий корпус, где живет наш митрополит, сейчас в Арсенофий. За ним также есть большой сад, и мы отправляемся туда. Территорию Лавры от города отделяет речка Монастырка. В прошлом речка Черная. У нас здесь рядом есть даже Чернореченский переулок, который напоминает бывшим ее названием. Раньше в городе было целых 5 либо 6 черных речек. Они все просто по факту были черные, отсюда типовые названия. Но поскольку люди путались, часть речек переименовали. Именно на берегу Черной речки Петр решил основать свой монастырь, просто потому что это место поближе к городу, поближе к Санкт-Петербургу. Ну, как мы знаем, здесь заканчивается Невский проспект. И возле Лавры, на берегу монастырки, у нас находится пересыльная тюрьма. И за ней тоже сейчас очень интересное здание расскажу. Пересыльная тюрьма прославилась тем, что, ну, во-первых, она была построена по проекту архитектора Томишки. Это автор тюрьмы Кресты, следственного изолятора Кресты. А во-вторых, прославилась тем, что здесь был очень такой либеральный демократичный режим. Например, в 1901 году сюда попали студенты университета, которые устроили демонстрацию возле Казанского собора. Они требовали себе более таких лучших, хороших академических свобод. И они оказались здесь, и, по всей видимости, тюрьма им очень понравилась, потому что здесь было паровое отопление, вполне было чисто, не было ни клопов, ни тараканов. И, кроме того, можно было попросить, чтобы тебя пустили в соседнюю камеру, например, к товарищу. И вот ходили все друг к другу в гости. Пока, наконец-таки, смотрителю тюрьмы это не надоело, потому что нужно было открывать, запирать эти камеры. И он оставил их открытыми. Можно было ходить куда угодно, целыми днями, даже ночью. Единственное, куда нельзя было ходить, это на второй этаж, потому что там сидели курсистки. У них были такие же свободы совершенно. Еду они получали из дома. То есть была, конечно, тюремная еда, но родственники привозили хорошую пищу, хорошую еду. И они даже, поскольку еды было много, делились ею с уголовниками, которые обитали на первом этаже. Вот, на веревочке спускали вниз. А затем стали устраивать и какие-то театральные представления, концерты, лекции. Общий тюремный шахматный турнир устроили. Здесь была не тюрьма, а такой скорее студенческий пикник по воспоминанию одного из тех студентов как раз. И после того, как один из них как раз прочитал доклад об отношении Максима Горького к современной интеллигенции, об этом докладе стало известно многим в тюрьме, в том числе курсисткам, потому что он вызвал в тюрьме широкий резонанс, было много споров. Вот эти курсистки потребовали, чтобы доклад прочитали и для них, что было успешно организовано. Вот такая тюрьма. Что характерно, примерно в то же самое время, ну, в 1903 году, в этой тюрьме, в церкви мученика Михаила, служил поп Гапон.
Ну, видимо, насмотрелся всего этого и решил устроить такую же дискотеку по всей стране. Позже эта тюрьма также отличалась тем, что здесь было как-то посвободнее. Например, в отличие от многих других тюрем, здесь были разрешены свидания. И здесь бывали очень многие, сидели многие. И в 1938 году, например, это был Лев Гумилев. Соответственно, на свидание у сына бывала и Анна Ахматова. А за тюрьмой как раз находится у нас Боткинская больница, знаменитая, которую в городе до сих пор многие называют «Боткинские бараки». Вот как-то закрепилось такое название, оно немножечко даже пренебрежительное какое-то. Но дело в том, что эта больница была основана в 1880-е годы Сергеем Петровичем Боткиным, нашим знаменитым врачом. И она тогда была барачного типа, называлась она Александровская в то время. И была очень на тот момент передовой. Там было и электричество, и отопление. И там даже были специальным образом устроена, была специальным образом устроена канализация, через которую все отходы из ватер-клозетов попадали в специальные котлы, где обрабатывались кипячением. Ну, уже после революции больница была не в том состоянии, как, в каком должна была бы быть, то есть она пришла в упадок, но очень многое для нее сделал доктор Ивашенцев, о котором мы говорили на казачьем кладбище, и в его честь названа улица, которая ведет как раз к Староневскому проспекту. А нам же с вами предстоит вернуться к Лавре, но мы возвращаемся на площадь Александра Невского. Итак, мы на площади Александра Невского, и давайте для начала сориентируемся. Вот она у нас, Александра Невская Лавра. Далее от нее в ту сторону уходит Невский, Староневский проспект, памятник Александру Невскому. Последний, пятый в нашем городе памятник 2002 года, то есть самый-самый новый. И, честно говоря, я не знаю, есть ли еще хоть в одном городе мира такое количество конных монументов. Ведь обычно, согласитесь, если ставят, то какой-нибудь один, а у нас целых пять. Это и Медный всадник, и памятник Петру возле Михайловского замка, Николай I, Александр III и вот Александр Невский. А здесь же, вот там находится мост Александра Невского. Это один из самых новых мостов. В 1965 году он был построен, и до 2004 года, когда появился вантовый так называемый мост, Большой Обуховский, этот мост был самым длинным в городе. Общая его протяженность вместе с пандусами составляет почти километр, 905 метров. Здесь же на площади гостиница «Москва» замечательная. Ну, а так, и возле гостиницы, кстати, еще вход в метро, площадь Александра Невского. То есть здесь все носит сейчас имя святого благоверного князя Александра Невского. Но в советское время таких названий быть не могло, потому что он и святой, и князь к тому же. Поэтому площадь называлась Красной. И в Ленинграде любили шутить, что в Москве Красная площадь, а в Ленинграде Москва на Красной площади. Это название было у площади до 1952 года, когда как раз вернули прежнее название, хотя на самом деле не совсем прежнее, была Александра Невская площадь, сейчас наоборот, площадь Александра Невского. Оформлена она была, в общем-то, в конце 18 века по проекту архитектора Старова. Он у нас построил и Троицкий собор, он же построил вот эту вот надвратную церковь. Да, вот просто сейчас запоминаем, как она выглядит. Он же построил вот эти вот два дома, которые, с которых начинается Невский проспект, да, справа и слева. Это дома, которые относились как раз к Лавре. Там могли жить и представители церкви, церковной общины, либо чаще могли сдавать квартиры в наем. И деньги тоже шли в общину. Они вот как раз вот по стилю к Лавре подходят. За ними уже идут более современные, более, вернее, высокие дома, в основном 5-6-этажные. Они, конечно, так немножко диссонируют. Но вот Старов, он как раз и связал, вот с помощью и надвратной церкви, и вот этих двух домов, он связал несовместимое. То есть монастырь – место для уединения, для молитвы. А Невский проспект – это город, очень большая и очень шумная улица. Вот задачей Старова как раз было все это объединить в единое целое. Те дома, которые идут по Староневскому вблизи Лавры, они, конечно же, имели какое-то отношение к Лавре.
Либо это были доходные дома Александра Невской лавры, либо там вот жили представители как раз вот монашества, либо там располагалась духовная консистория, ну и так далее. Мы с вами по Староневскому еще пройдем. И, соответственно, именно по Староневскому сюда, к лавре, обычно идут, даже в наше время идут все какие-то вот шествия по праздникам, либо какие-то вот похоронные шествия, когда вот хоронили какого-то известного человека, да, его должны были похоронить в лавре, вот процессия шла именно по Невскому. И, наверное, один из самых таких главных религиозных праздников в нашем конкретно городе 30 августа, потому что 30 августа 1721 года был заключен Ништадтский мир. Мир со Швецией, то есть мы отвоевали эти земли и заключили мирный договор. Для Петра I этот день был действительно очень важным. Поэтому, когда прошло 3 года, именно в этот день он привез в Санкт-Петербург мощи Александра Невского из Владимира. То есть он мог бы это сделать в любой день, но для него было важно именно 30 августа торжественно их сюда внести, ввести этот город. И 30 августа с тех пор – это день обретения мощей Александра Невского. Соответственно, в этот день по Невскому тоже обычно идет шествие. И жители ближайших домов имели возможность за шествием наблюдать за этим, в этот праздничный день. И в один из таких дней, 30 августа как раз 1846 года, здесь, на площади Александра Невского, я так понимаю, туда, на том месте, где сейчас стоит гостиница, в этих домах родилась девочка. Звали девочку Анна Нюта. И это была Анна Григорьевна Сниткина, то есть будущая супруга Федора Михайловича Достоевского. Причем, когда она родилась, как-то это произошло достаточно быстро, у всех было праздничное настроение, в доме были гости, и вот отец Анны, Григорий Сниткин, да, соответственно, он вышел к гостям, сообщил им радостную весть, но они ему не поверили, ну, потому что он был шутник, часто шутил. И вот тогда уже пришлось Аниной бабушке объяснять, что он не шутит и что все это действительно правда. То есть вот здесь родилась такая известная женщина, которая во многом помогала Достоевскому. Мы о Достоевском немножечко с вами еще поговорим. А пока мы нашу сегодняшнюю серию заканчиваем. В описании у нас будет обязательно ссылка на видео об обводном канале. А в следующий раз мы продолжим наше шествие. Уже это будет уже действительно шествие. И пойдем по Староневскому до площади Восстания. Ну а я прощаюсь с вами. Пока.